Всем привет, ребята. Сейчас покажу, ребята, как, меня, как я буду укладывать Женьку. Я не знаю, или меня видно, просто у меня тут выключен свет. Так что я не знаю. Уложись. Все. Давай, она на ой. Ну да, все. Современная мы вещь. Ложимся. О, Алиш, не надо. Алиш, можно я, пожалуйста, тюрягу? Просто если я спать, буду укладывать. Саня, канал. Ром, что ты делаешь? Они как-то билиберду одну снимаю. Чего? Да я не билиберду. Это ты билиберду. Давай. Ну ладно. Мы будем укладывать Женьку спать. Зайдем. Ирон, ну там меня не видно. Ну и что? Еще раз. Мне главное, чтобы меня было видно. А та девочка? Кому-то весело, ну, мне лично не весело. Ребята, я не буду уже показывать, какая это вода. Тихо. Что ты не говоришь, Лапаш? Головой. Нет. Не говоришь, так не говоришь. Ребята, недолго, наверное, засыпать не будет. Я вам кое-что скажу. Это очень печальная новость. Очень печальная новость. Ой, ударилась! Ну, Ариша, зачем ты у нее забрала телефон? Потому что она будет... Знаешь? Женя, знаешь, спасибо. Что? Моя сестра очень ругается. Кто на своем канале, можете не подписываться. Пожалуйста, не подписывайтесь на мой канал. Ну, что хочешь, то и делай, пожалуйста. Не подписывайтесь на Санин канал, пожалуйста. Ты когда была маленькая, ты когда тебе мама говорила, нет, нельзя, не правда. Ну, вот это вот, девочки. Не надо. Торопитесь. Я вам кое-что расскажу. Короче, ребята, на наш канал никто не хочет подписываться. Кстати, на другом канале. Нет, на другом канале. Кто? Кто, Сань? Ариша. Мы тоже на другом канале не открывали моих видео. Короче. И на меня. Ну, подписываться на него. Вообще никто ничего не хочет делать. Реально? Вот, короче, я вчера сидела в углу и думала, блин, а почему же они не подписываются, что им не нравится? Я тоже. Я вам уже сказала. Совсем не богатая вообще на карантине. Мы как не знаю, у нас тупо, знаете, вот так вот. Я вам говорила. Коронавирус. Коронавирус. А мы от него прячемся. Кстати, нам на выходные приедет в субботу Кира, знаете. Да. Кира Бэк. Кира Бэк. Кстати, кто не знает, а я в ТикТоке. Ну ладно, всем пока-пока.